маршрут судьбы. На востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. А пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский Памир, у предгорья горного Памира, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршрутах судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. К генералу вызван командир, уточнят маршруты и задачи, а мы сидим, глядим на этот мир. Наш маршрут пока не обозначен, а на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат, увеличить требует БКшки, боекомплект, знаете, да? Орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту, где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. И внизу раскинутся поля стеганым лоскутным одеялом, скудные, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, просвистев натуженно винтами, и ребята станут на маршрут к точке где-то там под облаками. И на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе.